разобрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Мы видим состав команды гостей. 3-5-2 они сегодня выглядят. Очень насыщенно в середине. Посмотрим, продержатся ли они весь матч в таком сочетании. Похоже, не намерен давать сегодня спуск нарушителям. Только-только началась игра, и уже получает команда предупреждение. Ну, определенный допуск рефери обрисовал. Сегодня играем предельно аккуратно, господа. Давайте осторожно. Катают они мяч. И что дальше тут будет? Можно забивать? Да ну, это совсем не то. Избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Мы видим состав команды гостей. 3-5-2 они сегодня выглядят. Очень насыщенно в середине. Посмотрим, продержатся ли они весь матч в таком сочетании. Похоже, не намерен давать сегодня спуск нарушителям. Только-только началась игра, и уже получает команда предупреждение. Ну, определенный допуск рефери обрисовал. Сегодня играем предельно аккуратно, господа. Давайте осторожнее. Катают они мяч. И что дальше тут будет? Можно забивать? Да ну, это совсем не то. Избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Мы видим состав команды гостей. 3-5-2 они сегодня выглядят. Очень насыщенно в середине. Посмотрим, продержатся ли они весь матч в таком сочетании. Тоже не намерен давать сегодня спуск нарушителям. Только-только началась игра, и уже получает команда предупреждение. Ну, определенный допуск рефери обрисовал. Сегодня играем предельно аккуратно, господа. Давайте осторожнее. Катают они мяч. И что дальше тут будет? Можно забивать? Да ну, это совсем не то. Избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Мы видим состав команды гостей. 3-5-2 они сегодня выглядят. Очень насыщенно в середине. Посмотрим, продержатся ли они весь матч в таком сочетании.